второй раз включила, потому что у меня все приблизилось. Как-то так. Вон он, третий корпус. Видимо, я куда-то нажала, и у меня приблизилось. Близко стало снимать. Я не люблю, когда слишком близко. Такая красота. Столько листьев желтых. Единственное, что мокрое все после дождя. Вот он, третий корпус, который я лежала. Не перестаю удивляться, какой тут шикарный парк. У белочек не видно, конечно, но потому что их летом-то не видно было, вот было теплее, они прятались. Сейчас, наверное, вообще попрятались. Ой, вот он мой третий корпус, в котором я лежала. А сейчас на перевязке хожу в седьмой корпус. То есть я сейчас выйду через другой выход, там, где троллейбусная остановка. Корпус самый красивый, такой яркий, оранжевый, зелененький. Красота какая, обалдеть. Вот такая еще зеленая травка, еще зеленые двинки какие-то на заборе, тоже красиво. Я сейчас иду через всю территорию больницы. Иду. Ну, в общем, надо через другой выход я выйду. Там троллейбус останавливается. На троллейбусе до метро. До метро какое-то метро. Я уж не помню. Шоссе энтузиастов, наверное. Ой, вот он, третий корпус, в котором я лежала. Мне сюда уже не надо. Слава тебе, Господи. Лечение мое закончилось. Еще на перевязке. А вот старинный вот это вот корпус 2, где приемное отделение. И снимки там делают. В общем, иду на остановку. Что-то я в какую-то грязь залезла. Здесь дорожки даже нет. Надо обойти по травке. Куда-то я залезла, не туда. Или дорожку не доделали. До ума не довели. Да, корпус 2. МКНЦ. Там корпус 3, там небоскребчики. Рядом с ними 7-й корпус. Ой. Так, сколько уже месяц прошел после операции? Месяц и 2 дня. 13 сегодня октября. А мне делали 11 сентября. В общем, я спросила там у врача, сколько мне еще ездить сюда на перевязку. Слава богу, не 3 раза в неделю, а только 2. Но пока без изменений. Вот эту какую-то жидкость они там откачивают, скапливаются. Там, где шов. А то раньше было по 5 шприцов откачивали. Сейчас по 2,5. Ну, что-то пока без изменений. Ой, какой парк шикарный. Не перестаю удивляться. Прям красота. Так, вот они, ворота. Один из выходов. Из 3-4. 5. 5 выходов здесь. И вот справа прям остановка с углом сразу. Ой, сейчас буду ждать троллейбус, слушать музыку. Доеду до метро. Минут 20 тут ехать, станок 6. Потом на метро. Там с пересадкой в центре. На Краснотаганской, Краснопресненскую линию. И уже до своей Исходницкой.
И там на троллейбусе еще 6 остановок до работы. Надо проездной достать единый. 90 минут. Белка. Ух ты. Надо же, вон она на дереве. Ух ты. Случайно белку увидела. Вон она понеслась наверх. Все ускакала. Сидела прямо на листьях. Как я ее еще увидела? Рыжую на рыжих листьях. Все убежала. Наверху где-то белочка. Сидела прямо внизу. Ускакала. Наконец-то я белочку увидела. Вот сколько лежала, один раз только видела. И вот сегодня повезло мне с белками. Пока-пока, больничка моя родная, которой мне жизнь спасли. Ой, Господи, славьте Господи. Еще, в общем, врач сказал, еще, наверное, 2 недели мне сюда ездить. На следующей неделе 2 раза. У меня там как раз с работой я записалась. На понедельник, на вторник как раз я во вторую смену с утра спокойно приеду. Потом я приеду через недельку во вторник. А на пятницу на вечер с девками смены поменяюсь. Пока-пока.